Основные параметры бюджета Ненецкого округа на 2020 год и плановый период до 2022 года приняли на заседании администрации Ненецкого округа. Оно прошло сегодня под председательством главы региона Александра Цибульского. Основные параметры казны Ненецкого округа включают в себя доходы, расходы и размер дефицита. Их утверждение необходимо для принятия закона о бюджете в первом чтении. Как и прежде, главный финансовый документ региона будет приниматься на плановый трехлетний период. Основные параметры на 2020 год составляют доходы 16 миллиардов 745 миллионов, в том числе безвозмездные 901 миллион, расходы 19 миллиардов 45 миллионов, дефицит 2 миллиарда 300 миллионов рублей или 14,5%. Требования статьи 92.1 бюджетного кодекса соблюдены. Основные параметры бюджета на следующий период до 2022 года по доходам и расходам чуть ниже 2020 года. Верхний предел государственного долга, который предлагается установить на 1 января 2021 года – 3 миллиарда 900 миллионов рублей. На 2022 год – чуть более 6 миллиардов. На 2023 – более 7 миллиардов рублей. Как отметила главный финансист Ненецкого округа Татьяна Логвиненко, бюджет по доходам и расходам сбалансирован и может быть внесен на рассмотрение депутатскому корпусу для принятия в первом чтении. На заседании администрации данное решение было поддержано. Напомню, предметом второго чтения станет утверждением расходов бюджета.